Большая благодарность Петру за такую встречу, потому что вот ты вдруг впервые понимаешь, насколько много зажимов в твоем теле, в твоем сознании и недоверие к этой жизни. Потому что если первое начало тренировки – это было упование на ум, дальше ты его отпускаешь, понимая его бессмысленно здесь. Он не может работать, потому что у него нет этих сигналов, которыми он оперирует. И дальше ориентирование в пространстве вот рождает такое доверие к своим внутренним чувствам, внутренним ощущениям. Необыкновенное состояние и состояние содружества. Содружество с людьми новыми, абсолютно совершенно разными. Вот эта вот взаимная связь и взаимное движение, которое мы производили, рождает какую-то некую такую информационную близость, когда ты в пространстве начинаешь уже чувствовать, не чувствуя друг друга. Большое спасибо, это достаточно благотворное для всего организма, и я так понимаю, что создаются новые, совершенно новые нейроны поведенческих реакций, потому что они без ума, а на доверие.